За полчаса до встречи с сегодняшним гостем они уже расселись по местам и как студенты готовы слушать и записывать. Лекторами для ярославских ветеранов-общественников выступят депутаты разных уровней и представители областных властей. Темы важные – соцзащита, здравоохранение, социальные проекты, инициативы, о которых должны знать люди старшего поколения. Знать, чтобы контролировать. Чтобы действительно социальная поддержка была и малоимущих, всего ветеранских организаций. Чтобы ни один ветеран, одиноко проживающий в отдаленных районах, не был забыт. Такие встречи с ветеранами в Ярославской области проходят уже 6-й год. Парламентарии здесь частые гости. Одна из важных инициатив, которая касается ветеранов, была принята депутатами Ярославской областной думы. Парламентарии решили обратиться к Дмитрию Медведеву с просьбой помочь в обеспечении жильем 113 ярославских ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, в этом году денег выделили недостаточно, а правовой основы для того, чтобы регион взял на себя эту нагрузку, у нас нет. И поэтому мы просим решить эту проблему как в части закона, чтобы мы сами могли исполнить этот святой долг, это обязанность наша перед ветеранами Великой Отечественной войны. Семинары для ветеранского актива продолжатся еще в течение 3 ближайших дней. Андрей Децель, Георгий Иванов. День в событиях.